Роль технопарка в экономическом развитии страны. Этой теме была посвящена научно-практическая конференция в Азербайджанском университете архитектуры и строительства. Правительство Азербайджана применяет принципиально новые механизмы концентрации производственных мощностей. В Азербайджане сформировано несколько разнопрофильных промышленных парков. Технопарки в первую очередь предназначены для локализации сравнительно крупных заводов и фабрик, а также нацелены на поставку местной продукции на внешние рынки. Ставка Азербайджана на развитие технопарков вполне укладывается в современную глобальную тенденцию, отметили участники конференции. Все эти направления промышленной политики, безусловно, способствуют динамичному развитию нашей промышленности. Мы хотим, чтобы структура нашей промышленности повысилась, доля машиностроения, доля нефтехимической промышленности, доля металлургической промышленности. Причем эти отрасли имеют тесные связи с новыми технологиями. Поэтому обсуждение актуальных вопросов создания технопарков, обеспечение их эффективной работы, обеспечение увеличения экспортного потенциала республики за счет этих технопарков не только практически имеет практическое значение. Докладчики предоставили подробную информацию о роли технопарков, об их типах, внешнем опыте в этой области, принципах стратегического управления технопарками, важности построения отношений между производителями и потребителями. Президент Ильхам Алиев уделяет большое внимание развитию технопарков. В частности, согласно программе развития промышленности на 2015-2020 годы. Мы посетили Сумгаитский технопарк, ознакомились с технопарком. Наша цель была связать производство вместе с наукой. То есть мы хотим на нашей конференции показать больше научную часть технопарков, хотя в нашей республике больше показывается производственная часть. Создание технопарков, безусловно, является одним из важнейших факторов усовершенствования структуры промышленности, а также экономики страны в целом. Функционирование технопарков – фактор роста производительности труда, устойчивого развития промышленности. Для этого в Азербайджане созданы все условия. Мы освободили технопарков на 7 лет от налогов. Почему? Потому что на первом этапе решаются многие вопросы, надо привлечь инвесторов, надо создать хорошие условия для того, чтобы производимая продукция была доступна для потребителей. В целом, я последние годы почти участвую во всех многочисленных совещаниях, конференциях, но сегодняшняя конференция отличается тем, что это первая научно-практическая конференция, посвященная именно созданию эффективной работы технопарков. Конференция продолжилась дискуссиями по вопросам текущего состояния технопарков в Азербайджане, их эффективности, участия и поддержки государства в процессе их развития. Шамистал Мамедов, Руфат Аликперов, CBC.